Это обзоры от Mob.ua и я Трэш. Сегодня у нас экспресс-обзор по трем новым играм. Головоломка Jail Run, аркада Asterix Mega Slab и воздушная стрелялка Sign Mora. Начнем с простого. Логическая головоломка Jail Run представляет собой побег из тюрьмы. Твоя задача здесь — помочь бедолаге-ковбою добраться до спасательного люка. Выбирая направление движения, ты приведешь героя прямыми линиями к заветной цели. Что может быть проще? Но по какой-то неведомой причине наш лихой ковбой не умеет вовремя остановиться. Может, поэтому он и загремел в клетку. Каждый раз, мчась по прямой, герой бежит до тех пор, пока не упирается в очередную преграду. Такая упертость чревата тем, что наш подопечный может с разбегу налететь на опасное препятствие в виде острых предметов, которые заботливо расставлены по уровням. И, конечно же, не забывай собирать звезды на пути к свободе. Устав от мозговыносящих головоломок, ты можешь смело попробовать новую забавную аркаду Asterix Mega Slab. В данной игре тебе предстоит поучаствовать в самой известной гальской традиции – отвешивание оплеух римским солдатам. Управляя нашим старым другом Астериксом, набери как можно большую силу удара и запусти нашего легионера в околоземной полет. Основной целью, кроме набора высоты и дальности полета, является нанесение римлянину как можно большего количества увечий. Ударяясь об разнообразное препятствие, наш гремичный враг будет зарабатывать еще больше очков и монеток. Потратить их можно на разблокировку новых персонажей для создания препятствий. Кроме того, со временем нашего беднягу-легионера можно будет даже тюнинговать. Например, на него можно будет подцепить гелиевый шарик или же экипировать плащом и шлемом для большего аэродинамизма. Огромным плюсом игры является ее графика, которая невероятно точно передает легкую и непринужденную атмосферу оригинального комикса. И напоследок, встречайте нашего последнего гостя – Sign Mora. На первый взгляд, это простенький скролл-шутер про самолетик, но не спеши делать скоропостижные выводы, поскольку эта игра преподносит немало больших и малых сюрпризов. Год назад, став хитом на Xbox 360, Sign Mora завоевала любовь геймеров отличной графикой, оригинальной атмосферой и сюжетом. Да, именно сюжетом. Хоть ему далеко до таких проектов, как Mass Effect, но для подобного жанра игр это как минимум прорыв. Как ни странно, но за событиями истории очень интересно наблюдать. Да и сами диалоги персонажей принесут тебе немало удовольствия. Кроме того, как упоминалось выше, оригинальные локации в стимпанковском антураже создают ощущение по-настоящему невероятного приключения. А если тебе и этого мало, то огромный арсенал оружия и сражение с гигантскими боссами уж точно не оставит тебя равнодушным. На этом все. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу. Это был обзор от Mob.ua и я Трэш. До новых встреч!